Первое крупное событие в этом году в автоспорте состоялось на северо-западе столицы. На автодроме Тушино-Ринг прошли соревнования по гонкам на льду. По ледяной трассе гонщикам в каждом заезде нужно было пройти 3 больших круга и 2 малых. Также были и тактические нюансы. Один раз в заезде каждый гонщик мог немного срезать дистанцию. По признанию участников, максимальная скорость на таком покрытии около 120 км в час. Но ослабить хватку руля нельзя ни на секунду. Управлять автомобилем в таких условиях очень непросто. Сама трасса, сама по себе, по идее, в принципе, говорят, что тяжело обгонять, но вообще это возможно, вот благодаря тому, что они придумали с Джокером, вот очень такая удобная вещь, то есть тактически уже смотришь по гонке, сколько ты выигрываешь, либо ты проигрываешь, в принципе, ну, все нравится.